У отечественной торговли тоже скоро экзамен. 1 июля в Беларуси появятся новые купюры. Нулей на них будет в 4 раза меньше. Министерство торговли на неделе, а точнее с 1 апреля, рекомендовало отечественным магазинам готовить своих покупателей к предстоящей деноминации. Многие магазины и торговые центры уже откликнулись и вывесили двойные ценники, где указана стоимость товара в нынешнем и будущем деньгоисчислении. О всех нюансах предстоящей кампании мы на неделе спросили у начальника управления организации торговли и услуг Минторга Виолетты Брезовской. Сколько всего номиналов получается, учитывая старые деньги, новые деньги? Это же много. Да, видов купюр и копеечек. 15 номиналов это новых и 9 старых. А в банкоматах когда новые купюры появятся? Ну, по информации Национального банка, в банкоматах новые деньги будут с 1 октября. Не с июля, а октября? Да, то есть с 1 июля все работает в штатном режиме, еще старые купюры. Но постепенно банковская система и торговля перестраиваются под новые условия. Двойные ценники, они не будут вводить покупателей, ну, некоторые, что ли, замешательство? Но слева одна цена, справа другая. Я вас поправлю. Это не двойные ценники. Это один ценник с информацией о товаре в двух валютах, в двух номиналах нашей валюты белорусской. Я думаю, что она не будет вводить в заблуждение. Она, наоборот, адаптирует покупателя, продавца к тем условиям, в которых мы должны будем работать в ближайшее время, с 1 июля. Цены уже будут округлять. Вот есть опасения, что кто-то захочет цену округлить в большую для себя сторону. То есть, ну, чтобы выгоднее продать товар. Нет. Ну, вы заблуждаетесь. Есть установленные правила по округлению. Если остаток товара менее 0,5 копейки, то цена снижается до единицы, до копейки, в сторону уменьшения. Если дробная часть у нас получается 0,5 копейки и больше, мы стоимость товара увеличиваем до 1 до копейки. То есть вы будете следить за, так скажем, недобросовестными продавцами? Ну, конечно. Это же формирование цен. У нас же есть те товары, которые регулируются торговыми надбавками, и продавцы должны понимать, что с учетом округления цена товара должна быть сформирована с уровнем той торговой надбавки, которая на этот товар установлен. В том числе с учетом округления. Ну, вот здесь примерные образцы ценников со старым и новым номиналом. Допустим, вот здесь видно, что 9500 – это стоимость товара в старой валюте, и 95 копеек – это цена товара уже в новой валюте. То есть она выделена более крупным шрифтом. Копейки вынесены вверх первой цифры. То есть отчетливо видно, что появляются копеечки. Здесь немножко вот другой ценник – 5 миллионов 910 тысяч – старая цена, новая цена 591 рубль и 9 копеек. Тоже как бы образно видно, что вот это уже новая стоимость товара. Ну, ценник это одно, ведь надо же еще как-то кассы подготовить. Как они будут пробивать цены, в которых меньше нулей? С 1 июля, да, действительно, у нас уже есть требования о том, чтобы и кассовый учет, бухучет, налоговый постепенно был переведен на новую валюту. В связи с этим, конечно, субъектами торговли принимаются серьезные меры. У нас на сегодняшний день в стране около 240 тысяч кассовых аппаратов. Из них мы точно знаем 20%, это 50 тысяч, которые требуют замены. Как программного обеспечения, так и, в принципе, приобретения новых аппаратов. Есть кассовые аппараты, которые только технически необходимо доработать в части выведения копеек, и они запускаются. В связи с этим субъекты торговли делают ревизию своих возможностей, то есть тех кассовых аппаратов, которые у них находятся, и обращаются в свои центры технического обслуживания. С учетом тех требований, которые наступают с 1 июля, они постепенно будут и применяться, вот это вот новое оборудование на кассовых аппаратах. Если торговый объект с кассовыми аппаратами полностью готов, значит, наступает время ЧЕ, и будут делаться переучет в магазине, переписываться весь товар, сниматься остатки, и уже на следующий день кассовые аппараты полностью отражают уже новую валюту. Мы говорим о том, что это будет делаться постепенно, то есть нельзя, допустим, с 31 на 1 июля сразу одномоментно всей торговле перестроиться. То есть по мере наших возможностей мы это будем делать, но не позднее 31 декабря. Декабря этого года? Декабря этого года. То есть субъект торговли и покупатель должен понимать, что придя в магазин до 31 декабря, я вправе рассчитаться и новыми, и старыми деньгами.
И я как кассир принимаю и даю сдачи и в старых, и в новых деньгах. А как у меня уже бухучет перестроен, кассовое оборудование, это я уже определюсь в соответствии со своими возможностями. Успел я до 1 июля перенастроить кассу, это очень хорошо. Не успел, мы торговле даем возможность, потому что это большие материальные затраты, сделать это постепенно. Ну, конечно, чем быстрее это будет сделано, тем лучше для субъекта, конечно, хозяйствование, потому что с 1 июля вся наша банковская система, все безналичные расчеты идут уже по новому коду валюты. И те же платежные терминалы с 1 июля будут работать на новой валюте. То есть если я пришла с банковской платежной карточкой, я с уверенностью по платежному терминалу рассчитаюсь в новой валюте, потому что у меня уже там новый код запрограммирован удаленно с 1 июля автоматически. Субъектам торговли тоже надо это понимать, потому что те платежные терминалы, которые у них есть, если они обслуживаются в банковском процессинговом центре, они будут им удаленно перепрограммировать эти платежные терминалы. Если я как субъект не обслуживаюсь, у меня, допустим, свой терминал, я его купил, поставил, может быть, я маленький предприниматель, либо небольшой субъект, я должен сам подумать, как это сделать. То есть я должен взять свой терминал, приехать в офис банковского процессингового центра и его перепрограммировать уже с учетом этих специалистов. А те, кто обслуживаются, они будут перенастроены удаленно. То есть выезжать никуда не надо. Будет на сервер предприятия выслан код на этот терминал, который перепрограммируется. И с 1 июля он заработает в новой валюте. Поэтому у нас есть вот такие субъекты, которые работают при помощи компьютерно-кассовых систем, которые неразрывно связаны с платежными терминалами. И они должны знать, что с 1 июля вот эти кассовые системы, они тоже должны работать в новой валюте. То есть им ждать нельзя. Нами, менторгам, будут проведены обучающие семинары для того, чтобы подготовить кассиров, операционистов к работе на кассе. Как давать сдачу правильно. А как давать сдачу правильно? Вот это все еще будет дополнительно разъяснено. То есть сдача будет даваться и в новом, и старом, и в купюрах. Если касса... Одновременно или все-таки? Одновременно, да. Смотрите, если касса еще не переведена, и я как кассир получил новую банкноту, я должна на калькуляторе пересчитать ее в старых ценах, и я пробиваю в старых ценах. Если у меня касса переведена, и со 2 июля ко мне перенесли старые деньги, я тоже пересчитываю и пробиваю уже на кассе в новом номинале. Это будет, конечно, трудно. К этому надо будет привыкнуть, научиться. И я просто призываю всех директоров наших предприятий задуматься, своевременно позаботиться о том, чтобы провести обучение своих кассиров.